Всем большой привет, с вами снова Влада Букс, и сегодня я вам расскажу о моих планах на лето, потому что мы дождались, ребята, сегодня у нас 1 июня, 3 часа дня, будем хлопать. Ну а сейчас я вам расскажу о нескольких планах на лето, их всего 7, но давайте же начнем. И первый план – это отдохнуть по полной. Мне кажется, мне должно получиться этим летом, хотя, в принципе, туалет у меня был просто. Особенно июнь. А вот июль, август более-менее нормальный. Второй план – это прочитать 10 книг. Мне кажется, мне получится больше прочитать. Но максимум 10 книг и по своей школьной программе. Там едет машина, не обращает внимания на посторонние звуки. Следующий – это съездить на море. Надеюсь, что это тоже у меня получится, потому что я очень хочу на море. И мы практически каждый год ездим на море. И я также хочу съездить на море. Слишком много слов «море» в этом видео. Следующий – это четвертый пункт. Тоже снять 7 видео. 7 видео. 7 видео. 7 видео, ребят. Для меня это не так много, но не так мало. В принципе, надеюсь, что за 3 месяца я сниму 7 видео. И да. Следующее – это съездить в кино. Мне нужно куда-то ездить опять. Я хочу съездить на «Алису в Зазеркалье» и, если получится, на «Ледниковый период». И следующее – это съездить на соревнования. Хотя бы один раз. Ну, наверное, мы поедем четвертый. Вот я так делаю, что-то рукой. Я не знаю, почему так. И последний пункт плана – это попробовать что-то новое. Да, это, мне кажется, у многих так же есть. Прилететь на парашюте, съесть что-нибудь новое – это просто что-то из нового. И я также хочу это сделать. Я не исключение. А также, если я не выполню 1-3 задания, то в сентябре должна каждую неделю снимать видео. Если не выполню 4-7 заданий, то я выполню любое ваше желание, которое вы напишите в комментариях. Наверняка я сниму видео итоги лета. Ну, в принципе, это все. Ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю. Всем пока-пока!